Подведение итогов конкурса «Я рисую Подмосковье» состоялось в пресс-центре правительства Московской области. Проект нацелен на развитие творческих способностей молодежи, на помощь будущим художникам в профессиональном росте. Конкурс проходил на протяжении всего этого года. Его провел фонд поддержки культуры и искусства, который называется «Красный угол». Его президент Лилия Макарова, предприниматель и культуролог. Уже 15 лет она занимается организацией выставок художников в Москве и в других городах России, сотрудничает с музеями и художественными вузами Москвы. Многие страны вообще разучились люди рисовать. То есть мы сейчас говорим о вообще целой проблеме, да, то есть на компьютере, да, здорово, но, в принципе, люди должны уметь рисовать. Это развивает еще и второй полушарий, и совершенно другие открывает возможности перед человеком. На пресс-конференции Лилия Макарова рассказала о том, как проходил конкурс. В нем приняли участие 5 муниципалитетов Московской области – Коломна, Одинцово, Красногорск, Серебряные пруды, а также Щелково. В нашем городе на берегу Клязьмы на территории Тринити-парка этим летом прошел мастер-класс для учащихся Щелковской художественной школы. Для них его провели профессиональные художники, участники проекта «Я рисую Подмосковье». Такие же мастер-классы прошли и в других городах Московской области. Каждый год делаем большие проекты, именно тематические. То есть берем какую-то большую проблему или отрасль в искусстве и культуре и занимаемся в течение года, создавая такой, инициируя комплекс мероприятий, связанных единой темой. В этом году у нас две больших темы – это 90-летие Московской области и профессиональное художественное образование, потому что в первую очередь мы очень много работаем с художниками, вообще вот с этой отраслью, да, это и союзы художников, и вузы, и площадки учреждения культуры. Ну, как вот шипит кисть, вот шипит, и как краска шипит. Вот в волосках, и вот каким-то определенным движением это сделано. В методике это не опишешь, да, это можно только вот посмотреть, увидеть. Вот в этом суть задачи, наверное, мастер-класса, да, как бы, то есть профессионал работает, а ребенок, ну, это он как бы так смотрит. То, что рядом рисуют дети, это очень здорово. Во-первых, они видят то, как работают профессиональные художники и тянутся. И, во-вторых, то, что они видят, что их любимым делом занимаются взрослые и обеспокоены тем, чтобы они дальше росли и развивались. Итоги конкурса «Я рисую Подмосковье» для ребят из Щелково стали приятным сюрпризом. Многие из них поучаствовали как в интернет-части проекта, так и в специально проведенной выставке в театрально-концертном центре на Фабричной 1. Здесь, на стенах актового зала, гости Щелково, организаторы проекта «Я рисую Подмосковье», могли увидеть работы наших юных художников, 47 из которых были вручены наградные сертификаты. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.